Дорогие друзья, доброй ночи! Меня зовут Гудмен, и сегодня мы с вами будем погружаться в безумие. Это игра под названием Call of Cthulhu, и я думаю, будет интересно и, надеюсь, очень страшно. Давно я не делал, скажу вам честно, записи без камеры, да еще и в жанре хоррора. Прям вот, знаете, я в каком-то легком таком, а может и большом даже в предвкушении. Так что, друзья, запасайтесь вкусняшками, и я очень рекомендую вам все-таки смотреть это видео ночью. Потому что днем все-таки теряется часть атмосферы, вы знаете, а если игра по Говарду Лавкрафту, мне кажется, тут уже другого как бы быть и не может. Так, субтитры я включил, прицел, ну давайте включим. Хотя, может, это как-то будет портить часть атмосферы. Ну, давайте пока уберу. Если по умолчанию было выключено, обычно по умолчанию считается, как бы все уже настроено как надо. Инвертировать я ничего не буду. В общем, я готов. Я надеюсь, вы тоже. Всем приятного просмотра. Сейчас уже не вкусняшки, уже надо какие-то подгузники, сопливчики. В общем, удачи. Давайте начинать. Бостон, 1924 год. Не знаю, успею прочитать или нет. Эдвард Пирс, ветеран Первой мировой войны, пытается заглушить свои воспоминания алкоголем и снотворным. Он стал частным детективом, но никак не может найти дело, способное вывести его из апатии. Пирс должен как можно скорее найти нового клиента, иначе рискует потерять лицензию. Глава первая. Детективное агентство Пирса. Бостон. Безумие есть благо. Богам смешны попытки людей сохранять рассудок перед лицом неизбежной смерти. Чё это за фигня такая? Акулы? Убитые. Это ж акула была, да? Игра сохранена. На всякий случай, так сказать. Так, это мы уже за Пирса играем? Мне кажется, это не Пирс. Это какая-то ознакомительная часть. Так, для передвижения, ну, все стандартно. Пещерка. Ну, если оценивать с точки зрения графики, вы знаете, тут, конечно, игра хоть и 2018 года, но, надо сказать, я бы ей скинул еще лет 10. Вот, 2010-го, там, 12-го примерно. Хотя, вы знаете, игре 2006 года я, наверное, вернусь к рассказу о прохождении когда-то этой игры по такому же роману одноименному, а это, друзья, игра по одноименному роману Говарда Лавкрафта, там графике совсем не мешало пугать людей. Пугать прям до усрачки. Вот я не побоюсь этого слова. Здесь я думаю то же самое. Ну вообще, если это Кхтулху, он явно не будет никого разделывать. Он очень большой, злой и сильный. Чтобы пригнуться, нажмите кружок. Так, а это что такое? Ага. Цепь, то есть нас куда-то ведут. Ну окей. Хорошо. Вы не можете взаимодействовать с определенными предметами, пока, видимо, находитесь в темноте, да? А тут как бы идти практически некуда. Получен предмет, керосиновая лампа. Ох, как я люблю вот эти вот игра света. Болторез.
нас было два места, куда можно пойти. Твою мать! Это акула? Нет, акула в таких местах не плавает. Это 100%. Акулы не любят закрытые пространства. Я как бы это точно знаю. Не верьте тем, кто говорит обратное. Плюньте им в лицо. Так, я когда будет очень страшно, буду много говорить, чтобы было не так страшно. Но страх, естественно, будет не наигранный, друзья. Я не буду бежать на камеру. А камеры-то и нету, так что я точно не буду бежать на нее. Но я буду максимально честным с вами по эмоциям. Так, слушайте, а было же два. Двое ворот было. Или я что-то путаю? Подождите, я специально хотел проверить дальние ворота сразу. То есть отсюда мы начали, правильно? Да, вот тут я обходил. Ну, давайте идем дальше. Я таким голосом не скажу. Ты последуешь за мной, и сопротивляться неизбежному нельзя. Голос прям такой, знаете, всепоглощающий. Прям я бы назвал его голос, который просто убивает твою силу воли. Такой глубокий, знаете, проникающий прям в самое нутро. Ну понятно, это, короче, просто... Две дверцы, входить можно где угодно. Так, что это за пузырь такой? Не, это касатка, по всей видимости. Боже, такое благородное животное. Блин, ну это самый опасный хищник считается. 2-3 касатки, и никто с ними не сравнится. Они только дельфинов не трогают. Don't fight. You have been chosen. Ты был избран. Ну, черепов не видно, и то хорошо. Нас, надеюсь, жертву приносить не будут. Все предначертано заранее. Но, быть может, ты попытаешься изменить свою судьбу? Ну да, лучше так много не пить. Мне вот знаете, что интересно? Вы обратили внимание, когда он его проткнул своим щупальцем, а потом откинул назад, у него абсолютно был чистенький костюм. То есть ни раны, ни кровавых пятен, ни разводов. Вот иногда в некоторых фильмах, посмотрите, такие ляпы, вот практически во многих боевиках... Вот такие моменты не дорабатывают. Я вот буквально недавно смотрел «Очень странные дела», и там вот, кстати, вы знаете, я удивился, но этот момент все красиво продумали. То есть там стреляли в солдат, естественно, там то ли убили, то ли ранили, но не суть важно. И вот точно куда стреляли, там остались следы от пуль. И во многих фильмах вот эти моменты прям люди, даже в серьезных фильмах, вот к этому как бы относятся так, спустя рукава.
Детективное агентство Пирса. Мое частное детективное агентство связано контрактом с детективным агентством Уэнтворд. Вот так, наверное. После Великой войны я решил осесть в Бостоне, где парням вроде меня всегда хватает работы. Потянулась череда мелких дел, супружеские измены, старые счеты, мнимые исчезновения. Старый диван в конторе не сравнится с настоящей кроватью, а пустые бутылки давно пора выкинуть. Но это мой дом. Пока. Так, собственно, получается, у нас тут такая, слушайте, какая-то РПГ даже. Я думал, тут чисто такой, знаете, квестик какой-то будет. До следующего уровня 6 очков опыта. Сила отражает ваши физические способности. Развитие этого навыка повышает шанс успешно выбить дверь или сломать какой-то механизм, а также применить насилие, физическое или вербальное, во время разговора. Так, слушайте, давайте совсем тогда по порядку ознакомимся. Дел пока никаких у нас нету. А нет, что-то есть. Врач может сколько угодно твердить, что лекарство от воспоминаний мне больше не нужно, но я знаю, что они вернутся, если я перестану принимать таблетки. Наверное, однажды утром я просто не проснусь. Несмотря на лечение, я снова слышу голоса в своих снах. Но теперь они новые, незнакомые. Голоса словно доносятся из древней бездны. Что за безымянная тварь взывает ко мне? Ну, мы-то знаем, что за тварь. Вообще, очень любопытно, да? То есть, получается, наш главный герой мучается какими-то кошмарами, у него провалы, возможно, в памяти, он не помнит какой-то момент или там годы своей жизни, не знаю, по крайней мере, без уточнений. Вот, и кошмары каким-то образом с ним связаны. Курс лечения, по всей видимости, не помогает. Так, я здесь профи. Красноречие определяет вашу способность оказывать влияние на тех, с кем вы общаетесь. Развитие этого навыка повышает вероятность успешного убеждения или манипуляции во время разговора. Поиск. Поиск отражает вашу способность находить спрятанные предметы. Развитие этого навыка повышает шанс найти скрытый объект. Ненайденные предметы не будут появляться в игре. Ха. Слушайте, ну, во-первых, мне кажется, надо определить, будет здесь. Вот мне, кстати, нравится. Здесь, по всей видимости, есть какая-то вариативность прохождения, разные концовки вполне может быть. Или, по крайней мере, разные способы достичь поставленной цели, что тоже весьма интересно. Вообще, друзья, сегодня, я так полагаю, судя по тому, что я вижу, вы сильно не настраивайтесь на то, что будет прям вот какой-то, знаете, интенсив. Я пока разберусь со всеми этими нюансами, со всем этим, это займет определенное время. Знакомство с игрой тоже интересно, и вам, если вы собираетесь смотреть прохождение дальше, мне кажется, тоже это желательно посмотреть, чтобы потом, когда я буду что-то рассказывать, показывать, объяснять или какие-то решения принимать, опять же, по развитию героя, вы понимали, зачем я это делаю. Так, расследование отражает вашу способность вести следствие. Развитие этого навыка повышает шанс восстановить последовательность событий, проанализировав место преступления или предмет, а также шанс взломать замок. Ну, прям он такой, типа, еще любитель тоже, да, он только силой пользоваться, походу, умеет. А нет, он профи в двух вещах, ну, тоже неплохо. Психология. Отражает ваше понимание человеческой натуры. Развитие этого навыка повышает шанс понять мотивацию человека по его поведению или с помощью анализа различных предметов. Оккультизм. Отражает ваши познания в оккультных науках. Также повышает шанс определить значение и происхождение оккультных артефактов, а также расширяет ваши знания о мифах. Так, навыки медицины и оккультизма улучшаются только с помощью найденных предметов. Ух ты. Медицина отражает ваши познания в этой области. Развитие этого навыка увеличивает шанс верно определить дозу лекарства, поставить диагноз или разобраться в медицинской проблеме. Слушайте, это прям не игра, какое-то чудесное прям это. Ну, если надо искать предметы, то, соответственно, надо развивать поиск.
чем лучше поиск, тем больше шанс найти вот эти, получается, предметы, которые позволят улучшить оккультизм и медицину. Так что мой приоритет, вот эти два навыка я пока не буду развивать, ну, по крайней мере, вот сейчас я так решил. А вот, вот этот прям вот надо, вот, вот, вот прям надо поднять его, хотя бы до процентов, я не знаю, там, ну, на четверочку хотя бы. Так, рассудок. Эдвард Пирс, ветеран Первой мировой войны, принимавший участие в Мёс-Аргонском наступлении. Один из немногих оставшихся в живых бойцов пропавшего батальона. Так назвали несколько американских подразделений, которые понесли большие потери от вражеского и союзного артиллерийского огня. Солдат, вынужденных несколько дней удерживать позиции среди трупов павших товарищей, без еды и медикаментов, земляки считали погибшими. В ходе этих событий Пирс получил психологическую травму. Он пьет снотворное и запивает его алкоголем, чтобы избавиться от изводящих его кошмаров. Итак, рассудок. Вы уверены в собственных способностях, а материалистический подход помогает вести расследование, строго придерживаясь фактов, убеждений и личного мироощущения. Ваши выводы логичны и проверены. Так, еще раз. Материалистический подход. Ага. Так, а что такое слева? Психологическая травма, это просто... Ну ладно. Так, это мы... Места, жители, оккультизм. Ничего нету. Дальше. Улик никаких нету. Предмет. Зажигалка. Моя старая зажигалка, на которой я сделал гравировку в память о 77-й пехотной дивизии и погибших бойцах пропавшего батальона. Вот вы понимаете, почему... Почему я, друзья, люблю детали вот в искалках? Потому что вот такие вот мелочи, они помогают прям вот, вот, ну, максимально погрузиться в игру. Да, есть другие факторы, типа там атмосферы, хорошей музыки, там графическое сопровождение на высоком уровне. Но серьезно, друзья, ну как вы думаете, если... Есть много дополнительной информации интересной, но почему бы, собственно, этим всем не позаниматься? Давно ничего не записывал, кроме своих кошмаров. Итак. Ну, я это читал, как бы. Не знаю, зачем мне это показали. Давайте книжку почитаем. Естественные науки, лингвистика, археология. Ну, прям все прочитал. Прям умничка у нас. Вообще, детективы, на самом деле, очень начитанные люди. Но наблюдательность, мне кажется, это один из самых важных их навыков, который у них должен быть. Да, давайте пока без музыки, без авторских прав и без прочего. Старая добрая история шантажа в подпольном баре. Нанявшему меня владельцу бара не понравилось, как я закрыл дело. Но если ты нарушаешь закон, сложно спорить с частным детективом, который собрал доказательства твоей вины. Красавчик. Так, получен предмет. Не-не-не-не-не, подождите. Замужняя женщина сбегает с подружкой. Муж так ничего и не понял, что жена его бросила. Он мне звонил еще несколько недель после завершения расследования. Бывают же такие кадры, да? Эдвард Пирс. Когда-то я много читал. Так, ладно. Слушаю. Вы Эдвард Пирс, частный детектив, работающий детективное агентство Уэнтворд? Да, все верно. Добрый день, мистер Пирс, я Люси Шерфилд из отдела кадров агентства Уэнтворд. Я звоню вам, потому что у нас возникла проблема с вашим досье. Пожар уничтожил часть наших документов. Неужели? Простите за беспокойство, но мне придется заново записать ваши персональные данные. Так, распределите очки персонажа. Каждое очко позволяет улучшить какой-нибудь навык. Ну, я, друзья, сразу сказал, что я буду улучшать. Поиск. Поиск. Поиск, 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 поиск. Шикарно. Благодарю вас, мистер Пирс. Мы скоро... И еще нескромный вопрос. В чем дело? Как вы знаете, мы стараемся тщательно отслеживать успехи наших исполнителей. И мы заметили, что вы стали брать
меньше дел. Работы мало. Мистер Пирс, вы не хуже меня знаете, что сейчас работы для детектива больше, чем когда бы то ни было. Вы имеете в виду скучные, неинтересные дела? Зато они помогут вам не лишиться лицензии. Если хотите остаться у нас, докажите, что вы приносите агентству пользу. Мистер Пирс, вы меня слушаете? I'm coming. Так, кто-то еще пришел. Вот знаете, люди, которые приходят в начале фильмов игр, это всегда максимально подозрительные товарищи, иногда даже сами преступники. Сразу оскорбляю, да. Горький яница. You're free to leave anytime, sir. Вас здесь никто не держит. Вы знаете, с кем расскажите? Кого-то мне он напоминает. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes. Please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? Mm-hmm. The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Так, в записной книжке перечислены ваши текущие задачи. Чтобы открыть ее, щелкните по «Понятно». Ну, друзья, сразу скажу, я специально сейчас помолчал, потому что мне очень нравится, как актеры озвучки поработали вот именно... В оригинале прям очень круто. Так, сразу после трагической гибели Сары Хокинс ее отец получил странную картину, написанную дочерью незадолго до смерти. Он принес картину мне, потому что уверен, что ее прислала сама Сара. В мою контору явился богатый промышленник Стивен Уэбстер. Он хочет, чтобы я занялся делом его дочери Сары Хокинс, которая погибла во время пожара вместе со своей семьей. Полиция это дело уже закрыла. Мне нужно посмотреть документы, которые он собрал. Смотрите картину, ознакомьтесь с досье семьи Хокинс. Так. Ну, дела не открываются, просто паршивка такая, да? Ну, давайте вначале, наверное, осмотрим... A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Склад на острове Darkwater. Несколько... Darkwater, темные воды, да? Несколько набросков семьи Хокинс, не густо. Часть текста не разобрать, но кое-что прочитать удается. Склад 36, Darkwater. Угу. Полицейский отчет. Тут говорится, что все члены семьи погибли, а пожар начался в столовой. Полиция заключила, что это был несчастный случай, но при этом в отчете упоминается, что Сара Хокинс была психически неустойчива. Почему? Газетная вырезка, статья рассказывает о браке Сары Хокинс и Чарльза Хокинса, бизнесмена с острова Darkwater. Они ведут затворническую жизнь на удаленном острове со своим сыном Саймоном.
Как-то мне немножко жутковато уже. Вы знаете, очень страшно на самом деле отправляться в дома, где что-то случилось. Вот буквально такое, знаете, немножко необъяснимо. В этом есть какой-то трагизм, и в то же время жуть какая-то. А я думаю, мы туда и направимся. Папка с делом. Так, она, наверное, у нас... Ага. Вот здесь. Все понятно. Так, что здесь? Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of dread it carries. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Слушайте, ну можно вначале мне посмотреть? Так, вы обратились не к тому человеку. Но это бред. В отчете говорится о психической неустойчивости. Это я тоже не понял. Что-то не так в этой истории. Узнать о складе, где жила Сара Хокинс. Давайте вначале, наверное, спросим... Вот you must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life. And death. Расследование профессионал, типа какая-то новая, да? Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. Мы прочитали про это, да, я... To ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. The sender's label mentions... Warehouse 36. That's right. 36. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Ну, вот это я вообще не знаю, зачем это отвечать. Я вот это возьму. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Что-то тут нечисто. Когда большие деньги, всегда... I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Так, ну, давайте смотреть дальше. Отправляйтесь, узнайте про остров. Так, что мы там еще записали? Так, мне остается только отправиться. Среди моих книг должно быть что-то об острове Darkwater. Так, собственно, Стивен Уэбстер. Смотрите, друзья, вот мы ведем расследование. Видите, как это все сделано? Я понимаю, что в искалках я... Может быть, буду какие-то параллели проводить с другими жанрами. Я понимаю, это неуместно. Но вот как должно все это быть. Не то, что там 5 вкладок, но просто список подозреваемых или список людей, которые появлялись и потенциально могут быть причастны к совершению какого-то преступления. Итак, Стивен Уэбстер, возраст 63 года, бизнесмен. Богатый бизнесмен, хорошо известный в Бостоне, Стивен Уэбстер нанял меня, чтобы я расследовал смерть его единственной дочери, Сары Хокинс.
Этот человек не способен принять отказ или смириться с неприятной правдой. Угу. Он готов на все, чтобы доказать, что его дочь не сошла с ума. Так, ну, звучит не очень. Чарльз Хокинс. 41, судовладелец. На острове Дарквотер Чарльз Хокинс был знаменитостью. Он вырос в семье судовладельца и много путешествовал. Во время поездки в Париж познакомился с Сарой Хокинс. Они полюбили друг друга и поженились. А затем Хокинс забрал ее на удаленный остров Дарквотер. У них родился мальчик по имени Саймон. Супруги вели замкнутый образ жизни. Угу. Так, художница. 8 лет разницы. Труп. Труп. Тут трупа нету пока, да? Сара Хокинс – художница, знаменитая своей способностью создавать зловещие образы. Своеобразные картины и редкое появление на публике снискали ей множество поклонников. Кажется, я припоминаю, как однажды она сказала: «Я рисую то, что нашептывают мне сны». Несколько лет назад она вышла замуж за Чарльза Хокинса. Этот брак удивил светских колумнистов. Бостонская наследница огромного состояния, известная среди прочего любовью к вечеринкам, решает последовать за мужем и стать затворницей на острове Дарквотер. Она пропала с первых полос газет, и никто больше о ней ничего не слышал. Даже ее смерть в огне осталась скрыта завесой тайны. И только Стивен Уэбстер, ее отец, продолжает докапываться до истины. Но вообще очень странно, действительно, что могло изменить кардинально поведение людей. Люди не меняются в одночасье. Это, друзья, прям вот правило такое. Угу. Мальчик 11 лет, школьник, единственный ребенок, погиб во время пожара вместе со своей семьей. Ужасно. Это ужасно. Так, оккультизм. Сара Хокинс никого не оставляет равнодушным. Одни считают ее мечтательной художницей, способной обращаться к самым глубинам подсознания, а другие переоцененной выскочкой. Странные картины этой таинственной дамы написаны резкими цветами и дикими мазками. Если она в самом деле видит мир так, то мир Сары Хокинс – это врата в другие измерения. Выдержка из записной книжки Эдварда Пирса, частного детектива. Так, у нас есть папка с делом Сары, это мы почитали. На этой картине Сары Хокинс изображена чудовищная фигура, нависающая над женщиной с ребенком. Кстати, ребенок, мне кажется, отдаленно похож на ее сына. На заднем плане можно различить пламя. Стивен Уэбстер, отец художницы, считает, что эта картина имеет отношение к смерти его дочери. В сердце какая-то дыра, да? Хм. Что-то мне это, знаете, что напоминает сразу Alan Wake. Там тоже вместо сердца дырень была. Так, порядок должен быть во всем. Научный труд для интернов и молодых врачей. В первом томе перечислены все болезни, известные цивилизованному миру, описаны симптомы и способы лечения. Ну, это, по идее, для моего навыка медицина, правильно? Медицина прогресс. Так. Вот, 12 было, 10%. Замечательно. Так, научный труд, но это я прочитал. Короче, мы стали чуточку умней. I used to be an avid reader. Когда-то я много читал. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Natural sciences, linguistics, archaeology. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Остров Дарквотер населен с 14 века, и на нем до сих пор можно найти множество следов пропавших племен. Но пусть романтика этих наивных и примитивных верований не обманывает вас. Не забывайте, какими жестокими были местные боги. Изображения гигантского существа все еще украшают стены давно заброшенных пещер. Откуда пришло к своим почитателям это божество? Из моря
или из безумных сновидений. Никто не знает ответ. Но современные обитатели острова, сыновья и дочери гордых китобоев, все еще помнят таинственную и волнующую историю крохотного клочка суши у берегов Массачусетса. Ну, я думаю, все понятно. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Не, пить не буду, мы работаем, все, никакого бухача я запрещаю. I wonder why I still take these things. Мне их прописали врачи, когда я вернулся с войны. Они клялись, что таблетки покончат с кошмарами, но в последнее время их действие ослабевает. Так, получен предмет. А зачем тебе, собственно, это место? Так. Похоже, мир попросту забыл о существовании этих одиноких скал у бостонского побережья. Это небольшой негостеприимный остров, со всех сторон защищенный крутыми утесами и острыми рифами. Подойти к берегу можно только в одном месте. Остров населен в основном потомками китобоев, которые в начале 19 века построили здесь склад припасов. Закрытие китобойного промысла сильно ударило по местному населению. Думаю, единственное прибыльное предприятие на острове – медицинский институт. Блин, как мне нравятся такие подробности, прям я тащусь от этого. Так, это мы читали, это мы читали. Ну что, друзья, с вещами на выход, я так понимаю. Бегать здесь мы не можем, все, я все полочки проверил. Ничего нету, пить не хочу. Есть не хочу. Уходим. Пирс взял дело Хокинсов. Проклятую художницу обвиняют в том, что устроила пожар, который и убил ее вместе со своей семьей. Единственная улика – страшная картина, которую она отправила отцу. На транспортной этикетке был указан адрес склада, расположенного в доках острова Darkwater. Именно с этого места Пирс и начал расследование. Ну что, друзья, вот такая получилась первая часть. Собственно, пока ничего особенного не было. Было какое-то странное сновидение. Мы познакомились с главным героем, плюс-минус разобрались с управлением. Я, наверное, буду делать по главам. Если главы будут очень большие, буду их разбивать. Так что на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Тут пока, в принципе, ничего не было. Но, вы знаете, я в таком легком предвкушении, что вот будет что-то мистическое, интересное, и вот изучение этого дома на один, ну, точнее, ну, остров не совсем одинокий, но я думаю, он будет жутковатого вида. Прям я точно кайфану там. Надеюсь, вам все понравилось, друзья, так что увидимся очень скоро. Всем пока и хороших снов!